Привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем готовить безе. Что для этого понадобится? Обычно берется 1 к 2, одна часть белков и 2 части сахара. У меня 100 граммов белков и 200 граммов сахара. А также нам понадобится несколько капель лимонного сока и какао для посыпки, это уже по желанию. Белки должны быть комнатной температуры, так как они легче взбиваются. Ну и приступим к приготовлению. Белки переливаем в мисочку и взбиваем до мягких пиков без добавления сахара. Мягкие пики у нас уже получаются. Теперь добавляем частями сахар. Обязательно добавляем частями, не сразу. Сахар обязательно должен раствориться. Вы можете попробовать это на палец. И после того, как сахар растворился и взбились хорошо белки, мы добавляем лимонный сок. Все, масса готова. Берем кондитерский мешок. У меня нет обычной круглой насадки, поэтому я взяла насадку в виде зубчиков. Берем любой стакан. Я взяла стакан от блендера. И перекладываем массу в кондитерский мешок. Затем кондитерский мешок достаем. Продвигаем нашу массу и на выстеленной пергаментной бумагой противень отсаживаем наши безешки.
по желанию можно присыпать какао сверху. Заранее разогретую духовку до 110 градусов отправляем в наш противень на час. Вот такие безе у нас получились. Они должны легко отставать от пекарской бумаги. Перекладываем их на тарелочку и можно будет угощаться. Вот такие безе у нас получились. Попробуйте, приготовить и вы. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что смотрите мои ролики. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!